когда ребенок отказывается читать книжку обычную и утверждает, что у нее электронный день, то мы берем электронную книжку и читаем ее. Да. Там тоже есть сказки. Да. Тоже есть. Но это электронный день, правильно? Угу. Все по-честному? Да. Дед. Даже папины кнопочки здесь есть. Давай, говори, дед, что там? Дед? Го. Во. Рит. Говорит. Ба. Бе. Бабе. И что же дед говорит бабе? Д. Не ды, а ты. Ты. Ба. Ба. Баба. Пе. Ки. Пи. Ри. Ро. Ро. Пиро. Пиро. Ги. Пироги. А. Я. А я. По. Пое. 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 Д. Ду. Поеду. За. Р. До. Бой. Бо. З. За рыбой. За рыбой. Нравится тебе электронный день? Да, нравится. Целый день теперь будешь или всегда будешь читать электронные сказки? Нет, ну всегда. Знаешь, мне лучше на телефоне нравится. Там у меня специальное приложение установлено, и там надо не читать слова, а собирать их сама, по уме. Угу. По уму. По уму. Это тоже такой электронный день есть. И очень даже классный. Захочу, поиграюсь. Захочу, там... поотгадываю, да? Нет, там не отгадывать надо. Там надо, там вот быстренько говорится. Нажимаешь на картинку, и там говорится. Вот, например, нарисована лиса, а ты забыл, как называется. Нажимаешь на картинку, и там говорится лиса. И тогда... Читаешь? И читаешь, и заодно... Учишься. Расставляешь буквы по порядку. Это одно и то же почти что. Да. Ну, продолжаем чтение.